Вакцинация – единственный способ защиты. В Лидском районе зарегистрирован один подтвержденный лабораторный случай заболевания корью. Еще два десятка человек имеют подозрение на болезнь. Они находятся на лечении в Центральной районной больнице. Все взрослые в возрасте от 19 лет и старше. Проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, устанавливаются контакты. На сегодняшний день установлено порядка 1500 контактных лиц. За ними организовано медицинское наблюдение. Эпидемиологам выясняется их иммуностатус и наличие сведений о ранее перенесенном заболевании. С целью проведения экстренной вакцинации подлежащих и уже на сегодняшний день провакцинировано порядка 100 человек. Ситуацию осложняет сезон гриппа, рост заболеваемости которого сейчас отмечают в Беларуси. Всего по стране зарегистрировано 204 случая заболевания корью и больше всего 62% в Брестской области. Затем по количеству выявленных случаев идут Могилевский и Гродненский регионы. Вакцинация – наиболее эффективный способ защиты от кори. Без прививки вероятность заболеть от уже зараженного человека почти стопроцентная. Прививка делается в 1 год и 6 лет. В Рийском районе в амбулаторно-поликлинических организациях имеется в достаточном количестве вакцина против кори. Это моновакцина для вакцинации взрослых и вакцина КПК для вакцинации детей.